Так, всем добрый день, это 1 августа, сегодня 08 месяца. Вон, как последний месяц лета. Мы находимся на Золотистом проезде, тут во Мелье. Отель. Ну, проходчий родник. Пансионат. То есть, ну да. Вот. Идем по Золотистому проезду, по практике. Прошли. Тут мохито вкусно. Если кто тут будет отдыхать, покупайте мохито. Очень вкусно. А молочный коктейль? Молочный коктейль тоже, в принципе, хороший. Ну и, в принципе, все тут хорошее. Мороженое тут есть. Сегодня жара. Градусов, наверное, 40 на солнце. Песочек, барханчики. Ну, вон там самолет летит. Походит на той родник. Может по песочку пройти? Я вот думаю. Ладно, короче, я пошел по песочку. Давайте по песочку пройдем. Чей барханчики, наши любимые, вот они, барханчики. Это что-то, ребят, необычно. Вот такие барханы высокие, прям. Их надо беречь. Ребят, берегите природу. Вот эти барханы нигде нет, ни в Крыму толком. Ни в Анапе, да ни на Черноморском побережье, только тут, именно в Анапе. И все. Ну, давайте вот тут поднимемся. Песочек прям очень шикарный, хороший. Еще не горячий такой. Ну, сегодня утро дождь шел. Так, не, ночью дождь шел. Вот, мусор тут немножко есть на барханах, но барханы это шикарное место, можно пофотографироваться, можно пофоткаться, шикарно. Ой, и волн практически нет. Интересно, что они шар убрали. Ну, сегодня вот такое погодное видео необычное. И последний день в Анапе. Сегодня идем на закат к Горовскому. И вот такой вид, друзья. Вот он вид на ЗМТ. Я на мочь пытаюсь купить наш барханчиков. Так, нам главное спустить сейчас. Вот этот можно спустить прям напрямую к роднику. Ну, очень, не очень такой спуск. Можно сказать, рискованный спуск. Ну, блин, приятный спуск. Обожаю барханчики. По барханчикам полазить. Вот такая вот такой вот растение. Вот мы на пляже родник находимся сейчас. Народу не так много, но есть народ. Народ есть, народ отдыхает. Море чуть успокоилось. Я вижу. Ну и потом продолжим через несколько секунд. Продолжаем. Мы продолжаем, ребят. Записываю погодное видео. На градуснике 34. Почти 34 градуса тепла. Это очень жарко. Но на самом деле больше.
где-то около 40 на солнце прям. И море стихает потихоньку. Море стихает. Море сейчас прям еще свет. Море, наверное, кипяток, горяченькое, тепленькое. Как я люблю. Вот такое море я обожаю просто видеть. Прям кайфую от этого. Так что оторвемся последние два дня. Сегодня, завтра и среда еще буду. То есть не среда, а суббота точнее. Субботу я еще буду утром. В обед уже поеду домой. Оторвемся еще два половины дня. Возможно больше. Накупаемся и нагораем. Температура воздуха 33 градуса, 34 так. Ну и давай, рыбка, плыви. Умеряй температуру, а мы пока посмотрим. Надеюсь, подержать немножко. Иди сюда. Ну что, ребят, поехали. 3 минуты моря, даже вот 26 минут моря, все вот такого, потом такого. Водичка тепленькая, погнали. Температура моря 28-29. Это вообще парное молоко. Там очень теплое море. Шикарное море, кстати. Ну, мутновато чуть-чуть. А так мы поражаемся от чистого моря. Место мутноватное, но игра волны этих. Вот так море очень теплое.
Ну, сейчас мы подъезжали градусик уже на воздухе. Сразу опустилось до 26 градусов. Воздух 26 после моря. Само море 28-29 градусов. Блин, просто 29 еще я ни разу не видел, что было. Максимум было просто вроде 28. Это очень теплое море. Ветер с берегом. Хотя, может быть, нет. Ветер с моря наоборот считается. Или нет, море. Так-то вот так, как сегодня погодное видео вот такое вот. Можно тут. Ну давайте еще чуть-чуть. Давайте еще минутки три. Моем. Посидим. Ловим. Не похоже на скалу. Ну и дальше, надеюсь, что будет без волн. Осенне море будет 29 градусов моря. Шикарно. Вообще 28,5 где-то. Море, ну пускай будет 29. 28-29. Разницы нет. Я такое ставлю. Так, всем пока-пока. С вами был Евгений и... Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока-пока. И теплого вам моря и шикарного отдыха. Кто сейчас поедет отдыхать или кто уже на море, потому что хорошего отдыха и шикарного настроения. Вот такого моря.